В прошлом году, утверждают медики, в Приамурье почти в два раза снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Большую роль в этом сыграло открытие регионального и первичных сосудистых центров. Врачи не только получили современное оборудование, но и смогли внедрить уникальные технологии, благодаря которым больным удается возвращаться к полноценной жизни. О новых методах лечения и людях, которые спасают наши сердца, материал Юрия Камышного. Свободных коек в реанимации регионального сосудистого центра не бывает. Каждый день со всей области сюда поступают больные с инсультами и инфарктами. Николая Мелько в тяжелом состоянии привезли из Козьмодемьяновки. Уже через несколько дней после лечения пенсионер начал говорить и двигаться. Теперь вот просит врачей отпустить его домой. Охота скорее выздороветь, да на рыбалку. У нас там прям посреди села озеро хорошее. Ляушатник называется. Там целое лето эти детишечки болтыхаются. Но в основном сюда поступают больные, состояние которых крайне нестабильное. На этих снимках хорошо видно степень поражения головного мозга одной из пациенток. Если бы крупную гематому вовремя не обнаружили и не удалили, в лучшем случае женщину мог ждать полный паралич. Это в лучшем случае. К счастью, благодаря усилиям врачей все обошлось. Патологию сосудов убрали. Это радикально. Можно говорить с уверенностью, что здесь не случится больше нового разрыва и не разорвется. И пациентка будет жить в дальнейшем полноценной жизнью. Благодаря современному оборудованию врачи центра получили возможность сделать уникальные операции. За больных тут дышит специальная аппаратура. А еще здесь используют уникальный для области метод церебральной артериографии. Через небольшой катетер спецжидкость вводят в мозг пациента. Благодаря рентген-установке, которая выводит снимок на компьютер, почти в 3D. Хирурги видят, что за участок наиболее пострадал, и при необходимости тут же проводят вмешательство. Один из основополагающих моментов лечения пациента. Потому что у нас пациент поступает, как правило, диагнозы болезни, они все бывают разные, маскируют друг друга. Точность, правильность постановки диагноза – это залог успеха лечения. В прошлом году в региональном центре побывало почти 900 пациентов с диагнозом острый инсульт. Большую часть этих людей врачи смогли вернуть к полноценной жизни. Таких показателей в Приамурье еще никогда не было. Для амурских врачей стало нормой стажироваться в лучших клиниках страны. Полученные знания теперь активно применяются на практике. В этом году мы планируем внедрить совершенно новые методы лечения. В Амурской области их еще не было. Но вот за этим будущее, я думаю, что внедрим, и показатели улучшатся еще. Новые, практически революционные методики в первую очередь будут применяться для лечения аневризм и патологии головного мозга. Для профилактики сосудистых заболеваний в этом году из федерального и областного бюджетов будут выделены дополнительные средства. А значит, спасенных жизней станет еще больше. Юрий Камышный, Роман Юдаков, «Новости дня», информационное агентство «Порт Амур».